Сбербанк Бизнес Онлайн. Управляйте бизнесом там, где вам удобно. Создание платежного поручения в мобильном приложении. Запустите приложение Сбербанк Бизнес Онлайн с мобильного телефона. Войдите в систему, введя заданный логин и пароль. Для быстрого создания платежного поручения в белорусских рублях воспользуйтесь кнопкой «Создать» в меню операций. При заполнении платежного поручения существует две опции заполнения данных получателя – из справочника и в ручном режиме. Для быстрого заполнения реквизитов получателя рекомендуем воспользоваться справочником контрагентов. Выберите также нужный счет контрагента. Выберите счет для оплаты, введите сумму, откорректируйте назначение платежа. Обратите внимание, что номер документа, дата и очередность проставляется автоматически с возможностью корректировки. После этого зайдите в меню «Платежи». Из перечня платежей на подписи выберите необходимый вам платеж. Информация о платеже отобразится на экране. Войдите в документ. Выберите один из способов подписания. Для подписания необходимо запросить SMS-пароль. Выберите и номер телефона для получения SMS-пароля. Введите в поле полученный SMS-пароль и нажмите кнопку «Подписать». После подписания выберите ваш платеж в списке подписанных платежей. Находясь в документе, нажмите кнопку «Отправить». После отправки обратите внимание, статус в обработке обозначает, что ваш платеж отправлен в банк. Экономьте время вместе с БПС Сбербанком. БПС Сбербанк. Нам важно, что вам важно.